Всем бонжур. Ветский египтолог звонит. Поехали, с утра еще у меня будет. Поехали на дело. Сегодня у нас воскресный день. Я говорю, поехали, съездим. Отдел домашних, отдохнем чуть-чуть. И все, сейчас я его заберу, заедем, хлеба купим. И поедем куда-нибудь. Я там в деревню за куменами. Хочу одну пройти. Я тут мужиков встретил, охотников. Местные там они. С ключей или как деревня. И вот они говорят, эта деревня рядом стоит. Там не жилая уже, она правда вся заросла. Но, говорит, мужики жили богатые там. Здесь мне неинтересно. Здесь можно, конечно, в округе поездить где-то. Но старые поисковики меня поймут, что есть некоторые места, которые уже тошнит от них. По весне еще можно, а вот в такое время, в межсезонье там, или осенью, уже неохота туда ездить. Хотя находки знаю, что там найду, все равно что-нибудь. Ну, чисто психологически уже надоели эти места. Хочется куда-нибудь подальше. Свежих мест. Пусть и выбитые будут, но свеженькие. Все, поехали. Сейчас Диму заберем. И в путь. Все будет интересно, покажу. Приехали. Здравствуйте. У меня же микрофон, Дима. Привыкай работать, поближе подойдешь, так разговаривай. Здравствуйте, господа и дамы. Вятский египтолог в деле. Созвонились с Димой утром. Я говорю, поедем куда-нибудь? Он говорит, куда поедем? Куда, говорит, глаза глядят? Блатным и ночью солнце светит. Че, пойдем загрузимся, да? Чайк-кот. О, вот Вася мой. Посмотрите, как он вырос. Зрителям до твоего кота Васи дела нету. Как это нету? Матерый кот. На кошку похож. Хищник. Пойдем, Вася. На че ты, Дима? Где младший научный сотрудник? Он вчера сильно устал, сегодня отдыхает. Младший научный сотрудник в отпуске. Да. Отгул взял. Он готовится к трудовым будням. Лопату оставлять будем? Нет. Чего у тебя за бутылки тут валяются? Прибраться на территории не можешь, что ли, Дима? Я молодежь, это молодежь с первого подъезда тут, походу, делает. Надо по печени. Лопатой по хребту, как раньше. Деды мешок взял. Давай, бери свое хозяйство. Как там еще, на два раза? А, за хлебом заехали. Поехали, чайку попьем. Я что-то еще расходиться не могу. Так, у тебя местные жители тут сидят. Можешь металлоискатель сюда закинуть. Андрюхи не будет так. Держи. Сейчас. Опять он ручку неправильно делает. Блин, 100 раз говорил, переставляй ручку. У него металлоискатель старого производства. Отличие. Первых выпусков от последних, смотрите. Здесь нету этих прорезиненных. Ну там еще какая. У меня, видите, резинка докуда идет. А у него уже она здесь. Чик-чик. И смотри, все. Димыч, два бутика я сейчас ветчиной взял. Я консерву взял, да. Лук забыл, Дима, блин. Луковицу хотел взять красную. А что, магазин бомб заезжать там за хлебом? Если продают. Ладно, мы поехали. Мы сейчас чаю заедем, попьем еще. Да в путь дорожку. Не знаю, что до осени, да опять у меня, блин. Спать хочу постоянно. Апатия это ко всему. Погода такая. Дождей, погода. 3 дня дождей было. В общем, едем, знаешь, куда? В деревню, где богатые мужики жили. Там, конечно, ходить беда была, травы много, но там есть дома разрушены. Там за куменами уедем. Поехали. Я там мимо проезжал один раз, даже где-то у дома, там у меня ролик. Ну, мы останавливались, я там дом показывал, но по деревне не ходил, она длинная. И а кусты есть, в кустах полазим, может, кладу зацепим. Тут-то на разведку ездили, куда-то говоришь, да там не могли деревню найти, эту найти, нашли эту, которая... Куда ездили? Ну, тут на Пугу-то. А? Там же еще ниже-то должна старая деревня быть. Ты что, там дорога прямо к ней идет? Вот. Ну, Дима, не, не еще знает. Ниже, там две деревни старые, вот одну-то мы до туда-то не доехали, а тут пробежались и не нашли, короче. Я. Да че вы ничего не можете найти? Дилетанты, да? Слабаки. Здесь еще. Погнали. Итак, ну как, Дима, дорожка? Дорожка. Только на боливаре вот на таком ехать, больше ни на чем. Трактора еще тут ездят, колхозники, видать, уборочная. Уборка, да, где-то идет, и вот там вся дорога измешана, здесь получше уже. Внизу деревня стоит, мы ее проезжаем, она жилая. Все жилые места кончаются, там еще одна будет жилая, но мы до нее не доедем. Мы поедем в нежилую, в купеческие места. Необъятные поля у нас тоже. По преданию, там мне сказали, 7 вазов золота спрятано.
мужики богатые жили, так что все покажем. Здесь еще вот не убрано, сидит культура какая-то, а здесь уже все убрано. Все, здесь дорога не убита, вот там мы ехали вообще убитая. Бензовоз идет, видать, заправляет этих уборщиков, кто уборкой занимается. Полноприводный бензовоз, газик. Все, едем мы. Не знаю, сколько осталось. Километров 5, может. Опанька, пойдемте покажу. Вот здесь мы думали деревня, остановились. А деревня была вот здесь. Едем, мы уже обрадовались. И все. Дима, я уже записал, все рассказал. А у меня зуб не включен был. Приходится переснимать. Оттуда заехали, а карты посмотрел, деревня стояла вот здесь. Не допахали они немножко. Тут надо, чтобы убрали все, когда они будут еще вот. Ну вот эти клочки сена они уберут. Весной-то точно не спашут. Знаю, мы остановились еще, грибы посмотрели. У нас идут грибы. А Дима не хочет собирать. У Димы уже 2000 подписчиков, говорит. Да, больше уже 2000. Больше 2000. Я очень вам благодарен, что вы смотрите. Вятский египтолог, наберите в поиске и увидите. Здесь хороший лес. Такой осиновый. А грибов почему-то нету. Странно. И мы как решим? Ари, Дима, яма домовая. Вот здесь, наверное, железо спрятано. Вот яма. Ну, не знаю, тут что, рядом с деревней. Да? Мы решили на обратном пути. А вон, Дима, гриб растет, иди. Красный. Рвани-ка его. Ага, вижу. Вон, под листьями. Видишь? А тут не один, а я один. Вот он, да. Что, плохой? Да, он мягкий, все уже, он высох. А, это поганчатый. Не красный гриб, а сыроежка. Сыроежка. Пакеты какие-то. Вон ям, смотри, сколько здесь. Тут, наверное, железо спрятано. Грибов нету, зато есть бутылки. Едем мы дальше на заброшенную деревню, где спрятано 7 вазов золота, по преданию. Мужики жили богатые. Хо-хо-хо. Колхозники, ну, тут отдыхали. Да вон сапог даже валяется. Можно остановиться, тут полазить. Железо будет. Можно по стерне походить, если уж на обратном пути, где деревня стояла. А сейчас промочило, должно нормально быть. У тебя болгарка-то есть, лопату надо точить? Да. Смотри, яма. Кладоискательская яма. Все, мы едем дальше. Дороги, конечно, здесь глина одна, суглинок. Без переполного моста, наверное, не проехать, да, на твоей шушлаечке? Да, вообще, я тут раз ездил, у меня чуть колеса отковырял. Когда мы ездили... Мы сейчас по трассе с тобой дойдем, так улетит все. С той вот стороны заходи, мы сейчас едем по плохой дороге. Наберу тут. Все так вот, да? Нет, да, ты себя снимаешь. Вот. Что-то здесь, Дима, грязновато. Нас сейчас поперек дороги поставило. Ну и как? Ой, давай на этой. Потихоньку пролезем. Быстро не получается здесь ехать, почему-то разворачивает сразу же. А потихонечку можно прокрасться. Мы уже почти приехали. Нам вон туда вверх надо. Ты чё отстал-то, Дима? А? Ты чё отстал? Так я еду на второй пониженной. Как обратно-то поедем? Подсохнет, думаешь? Ты нормально проехал? Нормально, чё? Тут просто если быстро едешь, тебя разворачивать начинают. Потихоньку едешь, лезет. Все, мы приехали, мы вверх сейчас поднимемся и все. И пойдем по деревне ползать. Давай, давай, вытирай. Салон у меня замораешь опять весь. Все, мы почти приехали. Самое интересное, не сняли, как меня там развернуло поперек дороги. Я думаю, сейчас в обочину-то не уехать бы. Обочина круглая здесь. Такая дорожка глинистая, подлая. Все, мы приехали. Тут даже паркануться где-то особо негде. Машину здесь бросим, деревня вот стояла.
Мы ее проехали. Сейчас мы на улицу уйдем и уйдем в ту сторону до конца деревни. Машину здесь бросим, пускай стоит. Собираемся, Дима хочет чайку попить. Ну и Дима, я возьму другую камеру с макросъемкой, вдруг что-нибудь найдем. Екатеринский берешь, застает. Дороги, конечно, здесь после дождя лучше не суваться. Надо, чтобы сухая осень была и нормально тогда. Таскает очень сильно глина, все, суглинки какие-то. Суглинки, суглинки. Там один дом. Но мне сказали, что здесь деревня нежилая. Может, дача стоит чья-то. Мы туда не полезем. Нам неинтересно. Мы пойдем вот в ту сторону. Там много домов было. Я тут до конца деревни не доходил. Мы ходили тут. Пару домов только всего было. Да и все. Все. Собираемся. Все, у нас сборы закончились. Возьму я камеру Panasonic. Эту оставляю здесь, потому что я сумочку дома забыл под камеру. А две камеры таскать не вариант. Дима пожрать захотел. Больше собирались. Все, мы собрались. Сейчас уже выдвигаемся. Деревня длинная была. Пойдем потихоньку. У нас два прибора. Оба ванкиша взяли. Димин мой. Нет, наоборот, мой Димин. Со снайперками. Потому что будем поработать по траве. Ну, если что-то интересно, зацепим с монетами. Я уж потом недолго прийти за эквиноксом. Но мы идем с разведкой. Места мне незнакомые здесь. Полазим. Может, что-то железо дернем, да? Все. Погнали. Смотрим. Не переключаемся. Итак, Дима, ты закопал деду земляному конфетку? Нет. Съел. А я сейчас закопаю. Идем на купеческий дом, на заброшенный. Отсюда. Прямо туда. Начнем усадьбы делать. Здесь уже усадьба у него. Дима пошел. Я сейчас прикопаю конфетку. Дима, у березы посмотри. Баня, наверное, стояла. Железо, может быть, у берез. Разведай пока. Ну, давай, давай, посмотри. А я сзаду сейчас зайду. Все, начинаем наше исследование. Может, что интересное будет. Домик. Ну, там много домов будет. Ну, немного, а улица большая. Пойдем туда. Подошел к задней стороне дома. Сзаду зашел. Смотрите, тут разметочка на бревнах. Чук, 1, 2, 3, 4. 4 не римскими, обычно римскими. Тут 4 зарубки. Сейчас в сам дом зайдем. Сейчас я в округе здесь похожу. Посмотрим, может, что-нибудь есть. Как обычно, лопаты валяются. Ну, выкапываем. Тут тоже все размечено, видим, пристрои. Идут несколько отделений хлева, где скотину держали. И еще что-то. К дому уже подсел здорово. Смотрите, где окошечко. Бревна сгнивают, и сруб садится. Интересно. С этой стороны дома был пристрой, как видно. Крыша обвалилась. Окон здесь нету. Глухая стена. Ну и сразу же там деревянная пристройка идет. Сейчас зайдем с той стороны. С этой стороны все наличники вырезаны из камня. Искусная работа 18 века. Смотрите. Всякие узорчики. Под подоконниками. Дальше здесь отливы. Все выдержано. И был подвал. Подвальчик. Тоже арочка. Все сделано красиво. А здесь что-то кто-то выдалбливал. Ну, дом добротный, видно. Строился на века. Со вкусом. Да, Дима? А? Смотри, какой добротный дом. А раньше умели строить. Потрескался только весь. Сейчас посмотрим, что внутри, если можно зайти. Так, заходим вовнутрь. Дом, конечно, свое уже доживает. Здесь у нас пристрои пошли. К дому пристроено, тоже все сгнило. Нас встречает массивная дверь. С коваными штучками. Утепленная. Здесь уже кто-то ремонтировал. Уже современная кладка, смотрите, как от старинной отличается. Кто-то пытался тут в свое время что-то сделать, но ничего тут не сделали. Ой, тут опасно, конечно. Горница была светлая. Видим, сколько тут окон. А эта сторона и тут не освещалась, тут печка была. Печку уже частично разобрали. Как бы в подвал не провалиться. Есть подпол.
дымоходы. Все снято. Золота нету. Ну что, электричество было, жили когда-то тут. При советской власти. Стены больше полметра толщиной. Впечатляют. Не знаю, в самом дому здесь ловить нечего. Вот, но по чердаку бы полазить, но уже все сгнило. Вот это плохо. Все, пойдемте тогда дальше по деревне гулять. Здесь у нас ничего интересного нету. Дима! Смотрите, какой колокол нашел. Вот это да, что-то без верху только. С церкви где-то сняли. Кованый. А может, не колокол, чан? Нашел колокол. Колокол в церкви. Ага. Тихо, не раздави. Ну как? Вот это да. Раньше покрывали. Сейчас пойдем по деревне дальше. Дима идет, а если Дима идет, значит находка, Дима. Иди давай сюда. При тебе распечатаю. Царская, квадратная, Дима. Вот это удача. Нормально, Димыч. Кто ее потащит? Точно пут весит, наверное. Пут, да, они вот эти восьмигранные. Это, наверное, пут, а бывает побольше два пуда. Ну как? Кто потащит? Давай я оттащу туда, к дереву я сейчас. К дереву тащи, ну потом заберем. Это да, это лайкосы, лайкосы. Блин, ну такая классная. Вообще. Вот это вещь. Притащил гирю с колоколом. Пока здесь брошу машины. Телефон забыл, на телефон взять. Там сориентироваться, где дома стояли по генштабу. А то по траве лазить, конечно, не вариант. Возьму телефончик, ну за одним все оттащил. Все, кто-то проехал здесь. Они ездят вон там по траве. Ну сейчас обдует, все нехорошо. Фух. Спотел, пока эту гирю тащил. 16 килограмм вроде немного. Пока недалеко несешь, тяжело. Все, пошел обратно. Там дальше дома идет, сейчас покажу. Деревня стоит около ручья, там внизу ручей бежит. Взял я эту камеру. Там сейчас мимо домов пойдем, стоят. Ну, не знаю, может дачники живут, может заброшены. Но еще не развалены, не разграблены. Целая улица стоит, покажу. Хотя, может, разграблена, не знаю, еще не подходил. Издали видел. Мы сейчас наконец с деревни сходим. И поднимемся, наверное, поверху. Там хоздворы стояли. Обратно по деревне не пойдем по этой. Пойдем там по полю, поднимемся. Посмотрим по металлу. Основное я утащил. Все замечательно. Все, пойдемте. Взял две камеры, еще не поснимаю. Сначала, ну все, сердце, ну, здоровое. Там, я думаю, все оружие. Кольцо местное. Дима тут выступает. Что-то нашел. Кольцо нашел медное. Ну, а туда дальше идти. Пошли там за дома сходим. Думал, монета? Конина? Да. Конина горит без керосина. Тут ловить нечего. Пойдем туда, до конец деревни. Обратно знаешь, как сделаем? Поверху пройдем, там хоздворы стояли, может... Все железо-то у нас на железо, забирать будет. Зачем? Ну, потом вернешься. Вон машина-то стоит недалеко. Давай. Ты что, по улице пойдем или ты ходишь позаду? Ну, пойдем, что? Пойдем по улице, за дома туда, там целая куча домов, поснимаем еще. Все, мы пошли по улице бродить, сейчас я металлоискатель заберу. Мы в конец деревни, я телефон взял, там сориентируемся, Дима. Пошли дома-то пройдем, там дома целая куча стоит, штуки 3-4, наверное. За них уйдем туда и там покопаем. Фух. Пошлите, здесь тропа. Видно, что тропиночка, но не на машинах ничего не ездят. Сейчас мы пройдем деревню саму и уйдем на ту сторону деревни. Здесь вот дома остались. Может, дачи чьи-то, может, дрова, видите, привезли, все заброшено. Там он что-то стоит, улей.
Ну, мы сейчас пройдем иди до дома, то наконец уйдем. Блин, здесь столько репья. Что-то не похоже, Дима, что жилое. Здесь все заколочено. Но электричество подведено, где-то обрезано. Может, само подключение. Здесь какая-то яма. Чё ты, Дима? Кто дома? Здесь даже этого нету, смотри, электричество. Электричества даже нету. Но окна есть. Смотри, тоже богатый, да, дом был? Электричество отсутствует, банька стоит, тоже вся сгнила. Где у него заход-то, Дима? С той стороны, наверное. Посмотреть бы, если замок висит, не висит. Вот здесь пристрой был, смотрите, он упал. Не, Дима, открыто, пойдем посмотрим. Все, ребята, экскурсия начинается. Дверь выломана, значит, можно зайти. Вот здесь был пристрой. Хо-хо, как бы ноги только не прикололись. Вот пристрой, вот до сюда был дом. Это мы уже в доме находимся. Так, что там вы видите? Ну, как в том доме, точно так же, да? Пристрой, пристрой, только этот лучше сохранился. Коробку выбили. Ой, так тут все разграблено. Дима, тут смотри. Старинные вещи есть. Керосиночка. Просили 10 керосинок за 2000 рублей. Вон, одну уже есть. Да, есть. Надо ли, пошлем. Тут же, думаешь, все шурфанули. Тут все рухнуло. Вот она старая постройка какая. Кто-то сбивал, смотри. Да, пытались, видать, может, восстановить, хотели. Может быть. Но крыша уже не дает. А может, она сейчас сгнила вон. Что, на чердак полезем? Не. О, я ребенок сбил скоро. Ну еще полез. Вообще полный. Да, все, треснуло. Ну я не знаю, здесь света хватает, не хватает. По-моему, камера ни хрена не снимает. Ну там и насказ стоял. Ну такая же квартира-то, вот как там точно. Так они все. Под один, да, шаблон сделано. Пошли давай. Стены метровые, да. Коробка выпала. Так, давайте сюда зайдем. Для истории снимем. Так, тут можно на чердак, Дима, залезти. Мне кажется, там интересно будет. Ну, совершенно недавно умерла. Чердачок. Ну ладно, не полезем. Сегодня задачи такой нету. Задача есть показать вам заброшенную деревню. Так, Дима там что-то делает. Все сгнило. Здесь вот кто-то, видать, живет, смотрите. Потому что здесь заколочено. Туда, наверное, не пойдем мы, Дима, да? Где заколочено? Тут и кирпичами что-то присыпано все. Даже с лифта деревянных стоит. Вот это да. Так. Сейчас я металлоискатель заберу. Пойдем дальше. Дима там байки рассказывает опять зрителям. Да бани стоят, Дима, ты что? Мылись люди. Пойдемте дальше. У каждого дома, наверное, скажу. Хранилище было, мясо, рыба. Бани были, трубы были. Дом лопнул, видим. Нормально. Хрен растет. Основное, а там уже. Понятно, жилой сектор. Пошли давай. Вот эти богатые дома жили, там, а там идут деревянные. Тут даже тропинки нету. За лето никто не был, Дима. Он развалился весь дом. Тут нам по весне приехать, по улицам походить. Потеряшки поискать. Да, дом тоже развалился весь, смотри. Окна выбиты.
Все выбито. Да, тоже все упало. Сейчас погоди, я вас опущу и покажу, что там внутри, чтобы нам. Что там, привидения есть? Трупы есть, я ничего не вижу. Пол есть, может, а может нету. Блин, нынче не урожай яблок-то. Забор даже был. Да, антенна вон даже висит. Там упал даже потолок, Дима. Заброшены все дома. Но провода идут там. Что, в конце, наверное, еще жилой один какой-нибудь. Искать тут не вариант. Видите, сколько травы. Здесь окна закрыты. Тоже упало все, да? Все, идем дальше. Вон, пошли в те кусты. Здесь последнее место, где они жили. Мы сейчас туда вот в лес уйдем. Там тоже дома стояли. Там будет травы поменьше. Может, поищем. Здесь тоже домик, вон там Дима проходит. Размер бревен поражает. На, все упало. Все сгнило, дом уже просел весь. Здесь интересных находок много. Смотрите, какие бревна гигантские. Потихоньку он проседает, Дима и проседает. Что там хоть внутри-то? А? Так-ка хоть, посниму. Да, я же по карте посмотрю, где дома были там. И мы... Блин, лосины вши заколебали. Да, все рухнуло. Шурфить надо, все раскидывать. О, смотри, сколько бутыльков, Дима. Ты видел? Вот это да. Давайте посмотрим, пока Дима не хочет видеть. Я уберу это. Целая. Смотрите, баночки древние. Соль даже осталась на столах. Вот это да. Жили небогато, походу. Так, забираю металлоискатель. Блин, что-то у меня там... А, лопата, сейчас. Секунду, возьму как-нибудь поудобнее, блин. А, вон залазят где сбоку. Да, все тут сгнило. Дожидай давай меня. Мы сейчас с тобой сориентируемся, где дома стояли. И будем потом убираться отсюда. Ух, я посмотрю, докуда деревня шла. Смотри, провода-то упала, ветка на провода. А вон все, провода закончились. Смотрите где. Здесь уже идут просто эти штуки. Блин, меня за лосины вши заколебали. Бош, есть. Все, сейчас я погоди по картам посмотрю. Сейчас я, ребят, тут сориентируюсь по картам. Где что да как. Блин, рук не хватает, сумку забыл под камеру еще. Так, мы на другую сторону деревни вышли. Она, конечно, гигантская была, она еще в ту сторону идет. Но туда мы не пойдем. Зашли мы в кусты. Здесь все, подвалы идут. Подвалы, подвалы. Все в стекле валяется. Ну, деревня, наверное, в 70-х годах умерла. Бутылки, что только нету. Лампы, здорово, банки. Видно, покопано. Но здесь такая мусорка, что можно что-нибудь интересное найти. Можно что-нибудь вообще не найти. Деревня далеко туда идет. Мы еще только по деревне прошли. Мы сейчас до конца попробуем дойти и обратно по полю вернуться.
Ну, посмотрим. Дима там где-то копается. Тут еще один дом стоял. Посуды валяются. Бутылочки-то коллекционные, которые... Непонятно, здесь то ли кабаны рыли, то ли еще кто-то. Кто там коллекционирует? Тут можно целую коллекцию набрать. Чего только нету. Мусором все завалено. Мухи достают. Также смотрите. Думал, противотанковая мина. Нет, оказалось, керосинка. Вот это да. Кто там у Димы спрашивал? Под восстановление можно. Тащить неохота. Так, тут кусты кончаются, дальше опять трава. Вон там еще дом стоит. Сейчас пройдемся. Ничего ценного нету пока. Дима где-то нож потерял. Вот здесь подвал, походу дом горел. Стоит. Хожу по нему. Смотрите, какие шпинделя были мощные. Хо-хо, медь. Цвет медь, но тут все горелое. На фундаменте неинтересно искать. Может, рядом с домом что есть. Расскажи зрителям, как ты нож потерял. Где-то нож потерял, да. Вроде пришел-то я с ним с кустов к вам. Где-то как проходили, наверное, там потерял. Наверное. Так что надо кого-то заказывать. Наконец-то, блин. Хоть одна находка. Одни пробки, деревня алкашей. Все усыпано. Вот такие сигналы. Вон, 19-я, это пробка. Давайте покопаем даже. А давай, что тут, не надо и копать. А? В 19-20 пробка это пробка звучит. Пробка или пятак советский может. Не, пятак по-другому звучит. Как по-другому-то? А вдруг пятак? Пятак я тебе покажу, как звучит. Сейчас найду его. Давай, найдем. Смотрите, пробка. Я с этим металлоискателем ничего найти не могу. А с экиноксом здесь не пройти, блин. Вон пробка, Дима, можешь не искать, вон она. Я тебе говорю так. Шлепендрос. Уржумское золото. Здесь, ребята, походу, этот стоял магазин спиртоводочный. Здесь место-то кончится. Куда пойдем? Туда дальше? Это дальше деревня. Вон она там. Ладно, идем дальше. Домик заброшенный стоит. И за ним красный гриб. Ну, нам брать некуда. И так все руки заняты. Но грибы есть. В перелесках такие вот. Бонжур. Бонжур, дамы и господа. Сейчас, погодите, я микрофон зацеплю. Ваше слово. Слово? Дима, ты чего? Потерялся, да? Смотри, корочку. Любишь корочку? Титьки расти будут, говорят. Девки, когда корочки едят, титьки растут. Титьки росли, чтобы девкам надо эти лопухи есть. Какие лопухи? Ой, лопухами натираться. Лопух от капусты. Титьки натираешь, да, и растут. Да. А? Ну. Я уже говорю, да. Так, погоди, Дима. Ты что тут нарезал, да? Нифига ты. Я сейчас принесу гирю и колокол. Я же их забрал. Гирю почистить немножко надо будет. И все. У нас сегодня классная находка. Гиря, ребята. Что, просто нажимаешь, и все. И поднимай вверх. Вилочку и ложечку. Колокол нашли от Куменской церкви. И гирю. Часть колокола. Все, мы кушаем. И на два ящика пробок. Ой, пробок, это ужасно. Это ужас, сколько пробок. Деревня, конечно, видно, что богатая была, но не сезон искать. Ну, нафиг, мы кушаем, знаете, чего? Ветчина я в Пятерочке взял. По акции 180 рублей, Дима, что ли? Да, неплохо. Как тушенка. Все, чаю не налью. Все, выбираемся мы в сторону дома, наверное. Устал я. Пойдем за раз, там лазить. Понятно, там еще, как бы ты еще на реке ходил-то.
На каждом важно, что нагружаешь, нагружаешь. Что-то и камеру, сумки. Ой, лопаты. Может, где-нибудь остановимся, не знаю. Ни одной монетки, ни одной. Я конину только нашел. Самая лучшая находка – это конина. Бутылочки я забрал тебе, коллекционные. Дима отказался, я забрал. Это твой хлеб-то мой. Я что за все? Ну, вкусно. А на природе всегда все вкусно. А, это у меня пинпоинтер выключился. Думаю, что такое? Сфинкс 03. Отключается сам по себе. Нож потерял. Дима, нож потерял хороший. Сейчас без ножа. Даже горло никому не перерезать. Ну, я этим не занимаюсь, но в лесу нож нужен. Да. И хороший. Все, мы кушаем. А будем выдвигаться нам в ту сторону. Иди ко мне, мама, идти. Опять что ли? Ну. 120 на катиком. Все, едем мы в сторону дома. Не знаю, может, где остановимся, но вряд ли. Что-то я устал. Жарковато сегодня. Еще костюм-то не надел этот. Теплый. Надо было цифровой надевать. Цифру, он полегче. Там тоже в легком костюме. Ну да, крапивой бы сжегся.